очень быстро адресат получит импульс и посыл под корку с заложенным смыслом. Он, скорее всего, вас даже и не вычислит, но сразу же поймет, что по-прежнему вы с ним. Может, это вымысел, я пока не выяснил, но есть некая сила в бумаге и чернилах. Я помню декабрь, когда весь дым осел, это все, что у меня было, когда люто крыло. Представьте, зима, уютный трехэтажный домик с бассейном, бильярдом в ближайшем Подмосковье. На втором этаже горит лампа настольная, там в комнате соломенной пишу письмо домой. Тут момент непростой, ну и ладно, я люблю правду, а еще люблю себя оправдывать. И может, я покажусь слегка неадекватным, но я показываю вам, как делать не надо. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется дым. Я так хотел быть хоть раз хорошим, но опять оказался плохим. Я с моста монетку подброшу, и она исчезнет в темноте Москвы-реки. Я так хочу быть хорошим, но не получается быть. Здравствуйте, маленькие мои, самые любимые. Но вы же в курсе, что папа у вас полный дебил. Я поступил невероятно некрасиво, когда слился и оставил вас на целый месяц одних. После очередных выходных я послушал свои мысли и захотелось убежать от них. Посреди возни у меня вопрос возник. Притормози, кое-что надо прояснить. Дорогая, на этот раз удивляться нечему. Я вернусь сразу, как только они меня подлечат. И еще хотел пообещать, что все будет круто, но не буду. Сейчас время трудное, хорошо, что я пишу отсюда. Всем нам на пользу пойдут эти 28 суток. Я вас люблю больше всего на свете, но иногда попадаю в старые добрые сети. Если надо, я готов объехать экватор на велике ради своей микросемейки. Вы мне поверите или сделайте вид хотя бы. Я ведь могу быть самым лучшим мужем и папой. Уже пора бы в собственной жизни принять участие. Девочка, если ты будешь плакать, то только от счастья.